Не, ну если ты через полтора часа офнишься, то не иди. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися... Это полдвенадцатого, может, как бы. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник... Ну-ка, иди потанчи, Эри Логнус, что-то у меня щит не вешается. Грегор, ты тут? Да, остановись, пожалуйста, по-братски. Дед, нас нету смана, лети вниз. Понял. Артон. Так, подожди, дальше не иди, вон так лог пришел, сейчас как поставить сходим. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Олег. Да. Олег, это самое, это Максим. Мне тоже через час 20 на работу, я тогда тоже не пойду, потому что не хочу тоже КД вешать. Хорошо, тогда иди, возьму другого. Той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Да, он не там, поставь шкаф. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой. Сломить его было очень трудно. Твой баклонский пиздец, пацан, одна это 10. Ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре... Ну чё, пуляет? Крыша. Да, пуляй. Хилы тут. Грегор, прими сумон. Принял. Деран, ты тут? Принимай. Сдали все бафы опять. В конце концов, все вы будете служить мне. Кто локом хочет пойти? Вместо Милика, там, Фурика или Ретрика? Пиздец. Готовьте молотор Грима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. АФК.
закроет. Демонов чинить не собираются, да? Да их починили, только не применили. 22-го в Дискорде написано. Когда? 22-го. С 22-го State of Decay 2 выходит. Что, 22-го выходит? State of Decay 2. Ну, про зомби-апокалипсис игрушка, короче, да, четко. Left 4 Dead? Отдалить камеру. Ролл. Кулака нет. Кулак. Да, у кулака напил. Грегор, ты в танке? Лимошка в танке и Гилд в танке. Лимошка на вихре, отбежишь от БДК. Я знаю, что делать. Отлично. Чек на баф. Ну да, не только мушки на кистере. Это Уэлли Макгрегор. Сейчас я хаваю, одну секунду. Все, Макгрегор. Ну, сейчас хаваю. Да мне без разницы, просто прожимать, зов не прожимать. Где рыба стоит, у меня есть? Все, есть. Да, да, погнали. Все, все готовы. Макрос. В три хила идем, если что. Давайте рост. О, мораль все зашел. Еще поиграем. Опять шипы. Так, Рэд, стоим возле звезды, протопал убегает. Стоим просто возле звезды и бьем шипы. Идем просто как... Короче, стоим, смотрим, выкрутится ребро. Шипы бьем. Шипы в центре. Отбежали от лужи. Прожимай сакру, протопал, прожми сакру, мырки-фырки, спугим на хп. Убегаем опять от лужи. Бьем шипы сейчас. Шипы выиграем. Выйдите с лужи. И хила у нас, а не 5. Все. Вихрь закончился, все подбросы, бьем шипы. Опять шипы. Сейчас никто не агрит, трэш, он багнутый.
Макгрегор, спикнешься в танка, поможешь покончить трэш. А что там не так страшно? Он кастует, короче, скилл мгновенный на 60 тысяч урона. Если подвести в рейд, это вайп. Поэтому танки не подводите мобов с метками, кинешь с метки. И рейд тоже не становимся возле меток мобов. Так. Осколки кому? Пока есть. Я собираю. Ну, я понял. Ты до меня в очереди? Да, ты есть. После Маковея Ретрия в очереди. А, после Маковея Макгрегор. Хрен на вас. Пенсионный момент с меткостью. Это на мейн или на офф? Окей. Бибоп, там Актулгалы впишешь в очередь на осколки, окей? Да, напишу. Маркиферки, иди сюда. Здесь не спекнулся. Спекнулся уже? Отлично. Сейчас спекнусь. Мне тоже в танк, да? Сейчас спекнулся. Не надо. Значит так, вот. Первая метка звездочка. Не агрите пока трэш, хан просто спулит звезду. Сможешь одну метку спулить? Звездочку. Килика. Тут? Ну, отлично. Отойдите все звезды рейд. Все, играйте в звездочку. Джейли, с ТВРК. Все, теперь кружок пули. РДД на расстоянии, бьем кружок. Да, он не сможет сейчас. КД. Несколько КД. Рядышно. Ну, тогда просто убиваем кружок. О, нормально сагрил, кстати. О. Так, сагрился с остальной. Бейте точечно в кружок, никого АУЕ дамага, чтобы квадрат не запулился в рейд. Когда кружок РДД убьет, тогда милики могут квадрат бить. Давайте в квадрат играем. Остальной трэш слева, не с пульте. Так. О, классно. Какая. Да, сразу по СК стоит наш. Куда там у тебя КД? Я уже не... первого еще попробую сделать сейчас. Так, ну тогда звездочку спулишь. А, не, стой. Кружок спулишь. Все, отошли все назад опять. Пуляй кружок. Надо теперь два ханта в рейд брать. Трэш, что ли, апнули? Чего? Трэш, говорю, апнули, что ли, после одного. Ладно, бьет. Паунти звезду. Не, я просто хотел кружок убиваем, а потом просто можно было точечно звездочку сагрить танком, но там не сагрился. Не бейте массовым ауешным дамагом, не бейте. Просто разведем их. От квадрата отойдите. Не бить квадрат. Бейте все звезду. Лимошка, отойди подальше. Теперь прожимайся. Все, теперь можешь выйти на кружок? Кружок играем. О. Все, теперь можно в квадрат. Какой геймер. О, он кастанул, кстати, сейчас можно быстренько залить. Так, два ВДК слева танчат. Потопал справа. Паладины. Тулгалы, Маковей. Лимошка. С пула кидаем блайн жертвенности на какого-нибудь игрока в рейде. Альфари, кидай жабу на человека с контролем. Алдеран, вихрь. Маги.
овцу превращение. Фурики. Один раз за три контроля фир можно дать. Не, даже за два. Паладины станем за контрольных игроков. Никакого ауе дамага, когда кто-то контролит у нас. Поставьте сейчас шкаф, надо смунуть мага. Что второй фазе я собираю? Да, верно. Топор рубить. Включаешь, нажимаешь Escape, кнопка интерфейс, вкладка камера. И там максимальная дистанция камеры. Все. Этого хватает. А вы скажите, пожалуйста, кто шарит, если, короче, в РСке на шамана кинуть боб и на него трэш побежит, его же не будет трэш бить, правильно? Физически на атаке нету. Ну, типа огненные, да, атаки проходят? Ну, магические будут проходить. Это автоатака, но которая наносит урон огня. Ну, то есть меня не будет бить, да, если я буду в бобе? Не будет. Там у мелкого трэша ты как обычная автоатака, единственное, что тип урона. Не физический, а магический у него. Как у паладина магия света. Да, каску еще, лапу. Теперь каску на Элисан, на мага. Слушайте, как отдалить камеру? Не могу отдалить, реально. Ты тебе написал уже. Ой, если да не сказал. Да он максимум не стоит у меня в интерфейсе. Ищешь, короче, гэквит и этот, блядь, слэш. Слушай, Зантроп, у тебя, наверное, стоит на другую кнопку удаления камеры. Назначение клавиши, посмотри. Зачем удалять камеру? Ты играй от первого лица просто. От первого, да. У меня стоит движение камеры. Плюс и минус, то есть вверх-вниз, плюс и минус. И оно не отдаляется. Давайте в трэш сыграем. Скинь скрин, короче, настроек своих в группу. Я посмотрю. Сводите трэш в одну точку. Сейчас взорвется трэш. А, да, вот так вот. Проклятие, диспельте. Сейчас будет контроль 3 секунды. Контролем игроков. Так, заставим. Никакого ауе дамага, точечно в леди. Служи, выходим. Крик на хп. Давайте в трэш сыграли. Крик на хп, вары. Все в трэш. Капли. Не лизнули паладины. Сейчас будет контроль 5 секунд. Служим выше. Клики добили, слева трэш. Слева трэш надо бить, ну, 100 тысяч моба. Трэш не взрывался, гнев небес, мука, стойте. Я дамаг расконтролили всех. Или волшебный поток, мука, забивает. Стопните по боссу, наверное. Стопните по боссу. Escape все нажали, ждем трэш. Пэтов убрать. Все в трэш сыграли. Так, первый на пул на Гелда. Сначала трэш. 400 тысяч лет осталось. Сейчас начнется вторая фаза, выйдет снова трэш. В него будем играть. 4 секунды до контроля. Так, застанил трусы, остальное контрольте. Так, фаза пошла, вышел трэш. Давайте, все в трэш сыграли и отбежали от духов. Капли раздали паладины. Все в трэш сначала играем. Давайте рост. Жесть, даже рост откатило, пока мы били трэш. Отошли от духов. Отошли от духов все. Служи, выходим. Пуливаем на Макгрегора. У Гелда 3 стака. 5 секунд до контроля. Стопаем ауе дамаг. Ауе дамаг стопнули. 5 минут за контроль. Мелизона в контроле. Стоп ауе дамаг.
Алдеран, подними Аракшаза. Отбежали от духов, пробежали. Оффорд, подними Алдераны. Алдеран, подними Аракшаза. Напуливаем на Макгрегора. Трэш сыграли все. Трэш надо добить. Отбежали от духов. Контроль 5 секунд. Контролем людей, стопаем АОЕ дамаг. Отбежали от духов. Моменты моли агро. Так, квадрат законтрольте. Ну отбегайте от духов, но из-за вас 3 человека погибает. Отбежали от лужи. Опять отбежали от духов. Сыграли в трэш. Трэш сыграли. Протопал, собирай трэш. Опять от... Да, уже все. Добейте трэш. 200 тысяч трэша почему-то. Опять вышли духи, отбежали от духов. Отбежали от духов. На меня почему-то духи идут, не на хилов. Контроль 3 секунды. Стопаем его, дамаг. Контролем своих. Квадрат законтролил, застанем. Остальные контрольте, отбежали от духов. Спельте следи магии. Так. Давайте трэш добьем, там триллиан у леди еще. Отбежали от духов. Отбежали опять от духов. Контроль 5 секунд. Капли слили. Половину капли слили. Застанили. Ничего не достанет. Ваша смерть неизбежна. Ноги на спиде. Что, поднимите людей. Пошли дальше. Ну, на кораблях отойти. Хилов и так все мотаю. Тысяча, конечно, там два останется. Бочки были сегодня, да? Да. Смогун, у меня есть подозрение, что на тебя там напулили. Хз. Потому что, блин, я не знаю, сам не верю, что можно за АДК так набрать акру. Ты вообще не врывался, не врывался, потом бац и сразу в топе. Ну слышь, там меня еще контролило. Мне в ПМ пишет уверенно. Помните такого ханта? Да, конечно. Помним. Который материал для утилизации. Да. Довольно-таки неплохой был хант. Да. Человек жалко плохой ему. Только что пидор, да? Как бибок? Не, не как бибок. Я не пидор. Тебя не знаю. Я тоже не пидор. Чё ты говоришь как бибоп? Не знаю, а ты чё говоришь как бибоп? Я не говорил как бибоп. Ты сидишь, повторяешь как бибоп, как бибоп. Послышалось, наверное, почисти уши.
давайте запускаю. Петри, это тут? Да. Но в плане, какой был неплохой как человек. Как хан? Человек, я его не знаю. А. Слева вторая пушка. Как хан, пушка. Он тоже был говно. Слева вторая пушка свободна. Не, я просто почитал, что он это в рейчате написал и решил его кикнуть. Опять Богдану нравился. А? Хуй, на, говорю, Богдану он нравился. Очень. Тебе тоже, кстати. Кстати, да. Бля, ну что он мне тогда в склепе написал? Я вообще в ахуе, блядь. Что ж ты не сам? Да, я собираю, короче, склеп десятку, мне такой пишет, типа, хан 6-4, пойду, если на фул. Я ему такой говорю, я не хочу на фул, только огонь и лед. Я не хочу лишнее время, типа, тратить. Он такой пишет, а, Dark Stars, ну понятно. Ну и потом начал типа меня оскорблять, а я ему говорю, иди нахуй. Будто, знаешь, все гильдии собирают на фул склеп, ну всегда вообще, да, только Dark Stars типа на фул. Да, да, да. Ну именно дарки собирают только на два босса. На три, это другой геру. Да, блядь, да, в склеп сейчас бы труба падала, нахуй. Слушай, я много кому нужна в рейде? Да. Какая? Какая? А, блядь, какая? Амулет, видимо, какого-то там слова. Нет, не амулет. РТДшная. Да вряд ли кому-то здесь надо. Друид, фу, пацанок. Это я хотя бы претендую на друидов, слушаю. Или она с первого босса падает, тут я не помню. Либо с первого. Чё, на ирдру? Да. С ребра падает. Зачем тебе шея на ирдру и с твершем? Нравится мне эта шея. Моделька классная. Под шмот подходит. Размутят же кольца, да? Да. Дебилы. Возвращение. Хуя, кстати. Вообще-то, когда кольцо трансмутишь, на пальцах тоже моделька изменяется. Вы что, не видели, блядь? Этих зубы желтеют сразу, да? Че говоришь, Богдан? И зубы желтеют. Да. И чефир в сладость. И кожа становится черного цвета. У меня корефан был, короче, ну, поваренок. Говорит, я мечтал бы родиться негром. Я ему спрашиваю, почему? Ну, они, говорит, классные. Запускайте босса. Так, плащ на ретрика, на мелика. Самогон, молись быстрее. А есть у тебя, Богданчик, две баночки на хосту? Есть. Ой. Наручно. Заклинание. Спасибо, малыш. Латриня. Пройдите все на ов. Запустите. Пускайте сурка, не теряйте время. Кулаки каска обновить. Рэба стоит? Этот мир во имя плети и во славу короля лича. У кого есть на хосту две банки? Мой мальчик. Для тебя? Один древнейший сторонник. Здесь, чтобы забрать его тело. Есть у кого-то? Кто был? Передай Милиплаш Декаде. Рулит нам мы.
Назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Гекада же сказала ролик на РПД. Я на ДД. Гекада. Только сегодня я тебя вспоминал. Мы тебе, говорю, квест сделал, не играет, ничего себе. Ну, блин, прости. Заходи сам, играй. А я, блин, на Сирус ушел, все, с концами. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могуще... Хочешь, я еще лимона дам? Гоняй. Гоняешь моего лимона? Ты вообще ее подал, что ли? Погоняешь лимошку? Блять, банку забыл выпить, охуеть. Блять, рост. Пейте трэш. Все проебал, блять. Что с игрой? Олег, на тебя напуливают, что ли? Я понял. У меня поздравительное единство включено. Почему-то. Тут контроль включен. Вот оно что. Какой умный контроль, только зачем его включать в контроле? Сколько КД Талика? 5 секунд. Как и у чешки. 5 секунд? Пошути. 5 секунд. Нет. Там 2 минуты, по-моему. Нет, 105 секунд. Лимошка, твой моб был. Какой именно? Дал стан и щит и таун. Ну уж пошел вправо. Твой моб. Первый левый. Давайте все в трэш. Давай. Ты чё за хуйня, сука? На прошлом, когда я дал 18, блядь, сейчас позорных 16. Фу, блядь. Первый раз. Карим не молил. Первый раз. За щепы дал 17 тысяч. Макови мне пишет личку, тебя Фрост ДК сделал, блядь. Вот, я тебя просто кидал ПС-ку. Серьезно? Да, 2 ушло. Так, у его ДК нету шансов против Фроста вообще. Ну, я согласен полностью. Дышите. Не против Войда, нет. Не отрекайтесь от нее. Надо 2 ДЦ ходить, чтобы у меня 4 ПС-ки было. Не, ну, я, блядь, с пула не успел выпить банку, короче, у меня прокнула крита, и я вообще даже не брустанул, нахуй, я там в бурсе 15к ДПС был. Какой ДПС у нас? 306. Воу. Это слабо как-то. У нас этот паладин умер. Добавь еще 7 ДПС. Это там вары какие-то по 10 тысяч. 2 вара по 10. Дашкин даже их обгоняет. Блин, почти 12,5 дал, короче.
А он летаем, стрела хаоса. Дестрика, что ли, тестирует? Ховар с гранью тьмы, и у него ГС 6.3. Кто с гранью тьмы? С какой гранью? С этим, с шлемом. И с гранью тоже. Смотри, у него и темная скорбь, и грань тьмы, короче. Начинающий вар, наверное. Есть тут такие уникумы, которые играли в игру The Council? От Big Bad Wolf. Про что игрушка? Ну, приключения там. Там, там написано в начале, типа, на заставке. Эта игра, типа, скорее всего, выдумана, блядь. Скорее всего. Там, короче, 1792-93 год. И там про типа с матерью. Типа вначале там привязанные на стуле. Тип их какой-то пытать собирается. Ну, они там освобождаются. И потом он приезжает на остров, на который его мать приехала. Она там типа пропала. И он начинает ее искать. Ну, там всякие Джордж Вашингтон, Наполеон. Всякие петухи там. Вот эти все политики, кардиналы, папы всякие. Там надо прокачивать, короче, навыки. Ходишь, всякую шляпу собираешь, монетки всякие. Уровень прокачивается. Ой, ты сам с собой разговариваешь, что ли? Я не пойму. Да. Ну, короче, ну, она атмосферная игрушка, прикольная. Красивая. Ну, модельки как бы неестественно выглядят, ну, типа, внешность так себе. Но прикольно. Хотя пес узнает, может такие люди на самом деле бывают с такой внешностью. Наполеон кто-то лохматый, ушастый Вася. Если бы у меня была внешность как у Эйда, я бы помер. Не обижайся такой. Если бы у тебя была внешность как у меня, блядь, то я бы тебя убил, блядь. Ты бы меня не нашел. Почему? Не знаю. Тигну, это сейчас Аллах Акбар будет. Поистину Акбар. Там самое прикольное в этой игрушке, что головоломки всякие есть, там шифры всякие разгадывают. Мистер, что ли? Что-то я так привспомнил. Что-что? Такая игра Мист. Там не-не. Же лазишь, не всякие знаю. Головоломочки решаешь и так далее. Не играл. Ну, ну там, короче, типа, оно как бы детектив, ты ходишь, еще и прокачиваешь, еще и общаешься, там диалоги, выбираешь всякую шляпу там. Устойчивость собеседника, там слабость собеседника, там слабость типа используешь, ну надавишь там на психологию, еще на что-то. Там получается очко действия получаешь, там вот такие квадратики, они потратятся на что-то, там, на действие. Бегаешь там, короче. Ну, прикольная такая головоломка была. Открыть, короче, камин, который поворачивается на круге на таком. Там четыре статуи, короче. Медуза с волосами с такими. Медуза! Типа из ну змеи такие из головы торчат. Горгона. И три солдата, короче, с щитом, с фонарем и с мечом. Вот они в квадрате так стоят. Ну первый стандарт. Раз. Первый раз проходил, еще прикольно было. А тут вторая часть вышла, второй эпизод, точнее. Всего 5 должно быть. Там, короче, просто в первом же кабинете там с
главным этим персонажем познакомился, там Чик, и этот, сундук какой-то. И там он такой говорит, какие четыре буквы, типа, можно слово составить. Ну и там выбираешь. Ну там четыре варианта. V-O-E-D. Нет. Там Зевс слово было, короче. Ну я крутил долго. Ну, минут 10, наверное. Ну, 5, не знаю. Тому типа, короче. Ну там попроще было. Какого-то типа в комнате там картина с химическими элементами висела, ну и таблица Менделеева, почти до Менделеева еще. И там, короче, цинк введен, ну и цинк тоже набираю, что открывается шкатулка, там всякие прелести. Пустили вторую ловушку? Да. А, там еще такая особенность. Пленочка. Что он, короче, главный герой, мужичок. Ну, короче, видение, типа. Они, типа, в реальном времени. Запиздил мне своим рассказом, чуть на декаде из стаков не повесил. Он отъехал. Я что смотрел, просто, ну, попался у Куплина вот эта игра, вот эта, и я ее скачал, начал проходить. Вот. Уж Куплин такой стример вообще, блин. Как, ну, как смотрит, я не знаю. Ну, ну такой дурачок, ну иногда поржать просто, юзу. Ну, брось, он с гомоноида лучше посмотри стримы, там есть такой Рома. Вот он стримит, там просто обоссаться можно. Смотрите, Паш, техника. Ваш техник ток. Разберемся. Чек на АФК. Декада, поставишь тотем на силу природы в центр. Дальше. My name is Паша техник. Так, на рейндж выходит Крауд, Лилия, Альфари, Мерки Фырки, Альдеран, Войт Хилл, Лимошка. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И Ракшаса улетаем, вы в Афликах? Ходите тоже на рейндж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все верно. Каску по ханту, по пистам. Шаманам. По всем. По друидам. По, короче, разбавь каску сейчас всем. Видимо, все спало. Ни кулака, ни каски. Сейчас кулак. Медуза. Бич Прайм! Красава. Ой, хорош. Кто спулил? Да, а, походу, я, но это не точно, не знаю. Ну, а зачем? Даже рыбу не успел поесть, сука. На рейндж все вышли и все. Прибегайте за спину, когда будет брос. Перебежали. Так, лужи смотрим. Дистанцию себе поддержим. Перебежали за спину. Опять лужи. Элем, Шаман, Рист. За спину. Лилия, прожми уход в тень, чтобы стаки спали с тебя, и не напрягай хилов. Еще маленького разверните так, чтобы центр не плевал. Ох ты, большой появился, я забыл про него. Как неожиданно.
Хоффорд, поднимешь Эльдерана. Перебежали за спину. Вставай, Эльдеран, тебя должны преснуть. Слядинка, прыгни глыбу. Так, Оффорд, в центре тебя бэрил. Там нет никакой лужи. Так, дали баф по сове. Ты появляешься там, где тебя реснит человек, а не там, где ты умер. Александр, встань поближе к боссу. За спину перебежали. Блин, как ты умер опять? Опять большой в центре забери. Прожмите чешку. Дай сакру. Если ты не можешь забрать уже, дай сакру. Сейчас взрыв будет. Взрыв будет. Так, отбежали. Убежали к стене. Налетело. Как в обычке. Так, все живы, сбегайтесь обратно под босса, кроме РДД, разумеется. Фантастика, никто не умер. За спину. Так, плащ. Дикат, это не на Энха, ты зря только... Да, энховский забрали плащ, что мне теперь делать? Так, я ж попросил от Тулгалы перед... У каждого свое мнение. Тулгалы, передай плащ. Слышишь? Я накинул же ГП Гекаде, или вы вообще не смотрите, что я делаю? Не слушаете? Объект. Поставьте шкаф, суманьте меня там, чтобы я не бежал уже, не тратил время. Давайте забафайте сову. Передал плащ или не? Ты ли вам? Когда тебе не надо плащ с кораблей? Я забрала. Какие-то вы медленные все. Тема поставьте только в центр. Кому-то 195, блин, за плащ, кому-то 300 с лишним. Потому что если ролят двое, то 300 с лишним, а если ролят... Так, да. И? Ну, если ролит один человек, то половина стоимости, если два человека и более, то фу. Ну, так в итоге ролило, что там двое, и в итоге мне 300 с лишним, а там 195. Ну, у тебе саван не идет на энхо, понимаешь? Тебе саван не идет на энхо. А почему ретрику отдали тот плащ, который не идет на ретрика? Он идет на ретрик. В смысле, он идет на ретрик. Короче, понятно. Все идет на ретрика. Ретрики, пидоры. У ретрика практически все шмотки агиловые, кроме сета, нахуй. Вечно все через, блин, как в самой стране. Всегда улыбали такие люди, которые чем-то недовольны. Хотя есть правила, и все это знают. Но мне тоже иногда улыбает это. То, что мне доказывает потом ретрик, что это все ему нужно. Когда это единственная шмотка, которая на меня подходит. Ну и чё, я вот в таком весе 20к давал ретриком, ну и чё? Ну и то, что, ну я тебе говорю о том, что на него много шмоток идет, а на меня единственная шмотка, которая нормально Нет, подходит. Нет, это тоже единственная шмотка, которая идет на ретрика. А, то есть вот этот, который забрал плащ, Нет, этот идет, саван, да? Это на анхолика плащ. Бля, дайте этот саван, пожалуйста. Танка не хилят. Алло.
гимн прочитать? На мне блевота была. Нет, кто из РДД в мини-зону принес. Давайте варов тогда одевать в фулл силу, короче. Нормально, кстати. Да, хуяльно, блять, вон у меня второй вар чисто тупо из силы одет. Нихуя раги нет. Только в РСе. Он только в РСе дамажит во тьме, понимаешь? Играть. А то плюхи. Почему вы ругаетесь из-за этого барахла? Повар, отойди. Никто не ругается, мы просто обсуждаем. Просто ты румынский разведчик. Да, в подполье твоей мамы разведут. Пять. И меня заблевало опять. Гимн прочитай. Альпич, зачем ты бегаешь рядом с танками? Ял заблевал нас, или кто там заблевал нас? Да, Альпич. Я даже сакру не смог прожать из-за этого. Мерзавец. Негодяй, гад. Иди сюда, иди заодно, жоп. Решил возле меня пробежать. Тебя сам пробежал. Попробуй возле меня пробежать, я возле тебя сам пробегу. Говно, жопа. Иди сюда, блядь. Бежать возле меня, я возле твоей семьи, блядь. Говно собачье. Жлоб. Бежать, да, возле тебя и всей твоей семьи. Все, хватит уже повторять одно и то же. Давайте что-то новое. Не-не, вот фигня то, что они там говорят. Ты просто видел рожу его, когда... Когда он телевизор взял у него, блядь. Он его на землю такой уронил. Ты, говорит, сука. Туповый момент. Мне... Ой. Корефан, короче, скидывает ВКонтакте, ну, лет несколько назад было, скидывает ВКонтакте картинку, там, и там надпись, это ученые там что-то обнаружили, блядь, в кольцах Сатурна, какой-то, блядь, код, какую-то хуйню, хоп, там увеличивают, и там вот эта хуйня, ублюдок, мать твою, везду решил ко мне. Скорее, иди сюда, мы ивент не сможем запустить, слышишь? Макарей, не туда. Куда ты пошел? Не туда, не туда, не туда. Зеленый, как говорят. Так, как туда и поставь ауру сосредоточенности. Ракшас, будешь кидать проклятие на зеленого, он летаем на красного. Войд, спекайся в хила. Ставьте сейчас тотем на природу, легче хилить будет. Все, сейчас надо 7 минут серьезно поиграть, а то потом далеко можно расслабиться опять. Ну тут видишь слабенькие хилы, 3 хила. Хилит только 2 человека. Давай посмотрим, кто хилит. ШП кольцом. Декада не хилит. Ершал. Потом обижается на шмотки. Поэтому она и не хилит, потому что обидели ее. Ну так она сама обиделась. Сама на себя. Все решили, да? Кто на кого обиделся? Но если мне нужно было что-то ответить... Ну, смотри, выпала вещь на бис на энха на паладина, ролила 2 человека, ППР ты выше, ты получила плащ. Какие еще претензии вообще есть?
Рулило два человека, за фул ГП забрала плащ. Я вообще не понимаю, чего вы здесь ноете, предъявы какие-то. Да я не ною, мне вообще плевать, я могу этот и шмот и отдать. Мне как бы, знаешь, я сейчас вообще не играю. Мне как-то честно, вот с высокой колокольни плевать. Так зачем если здесь бы... разговоры в РК? Я просто не понимаю. Но... Ну просто потому что человек ролит все подряд и доказывает, что ей все нужно, и меня это просто взбесило. Все. Как бы это все. Думаю, шаману ставит тотем природы. Определитесь. Она тебе ППС тактически опускает. Зипанг, ставь тотем. СС, он летаем, кинешь на Альдерана. Ракшас на... у форта. Блядь, да дайте уже кулак ПДК, заебали нахуй. Сейчас, да. Посмотри на шмот этого ретрика, тогда поймешь, что он все ролит, потому что он 6.2 КГС. Ну, у меня на энха вообще просто плаща нету, и поэтому нет. Я тоже как бы ролила. Это не я энха очень хочу собрать. Ну ты получила плащ, лимошка, давай, пейс, нулик. Нет, ну чё мы мусолим до сих пор? Давайте закроем уже, а? Ты же начала это мусолиться. Да что он начала мусолить? Всё, тихо. Ну уже 6-4, всё верно. После этого рейда. Так. Стопайте по профи. Милики в кружочек в одну точку и смотрим все на зеленого слизня сейчас. Вас откидывает, никто никуда не избегается опять к нему. Отбегаем все в РДД зону потом. В кружочек встали. Слизнюка сыграли. Давайте, сбегаемся в череп. Кружочек милики. О, отлично, добили. Молодцы. Ты что, замедлял его? Да. Это плохо, а зачем ты замедлил? Сейчас энергии не хватит, молодец. На ком зеленый дебаф к столу? Кружочек встали в луну. Красного луна замедли. Красного замедляй. Бля, вот вы вовремя говорите. Беги. Дал боб на мага. Дал боб на мага. Красного потом замедлишь. Зеленого сыграли. Сейчас откинет. Лови красного пока боб. Все, замедлил уже. Замедлил. Не бежать на зеленого слизня. Давайте гимн отхил. О, господи, боже мой. Как же все сложно. Падаем. Тогда я встала. Значит так, после того, как зеленый слизень откинет кого-то, мы не бежим на него, мы сбегаемся в метку, в кружок. Сейчас и вот из-за этого мы вайпнулись, потому что вы бежали на зеленого слизня. Нет, Олег, там неправильно встали, и когда зеленый первый раз дошел, человек, который в следующий был зеленым, он уже был у стола, потому что он сбегался к зеленому со стороны морды, его откинуло туда же к столу. А всех остальных откинуло, ну, на рейнджу, чтобы дольше время выиграть. Поэтому и убило всех, кто стола был. Еще в зеленом надо со спины сбегаться. Ну ладно. А кто ДЦ? Алпич? Да, да. Килы не сбегаются, сколько раз говорил. Ч
почему, когда зеленый взрывается, получает урон Гекадр или Зипанк? Он должен захиливать в это время, а не откидываться от рейда. Привет. До скорой встречи. Так, значит, будем не сбегаться в метку в цель зеленого, а, не знаю, становиться сзади зеленого слизня, тогда вас не откинет к столу, к стенкам, откинет где-то в центре. Вот сюда. Это, ну, сбегаться, да, просто со спины, чтобы подкинуло в центр. Ну, максимальный ренджа, там, следующего касса, там, дольше выбирает, больше дамаги влезет. Мелики, сбегаемся в кружочек после зеленого слизня. Давайте, подбегайтесь. Долголы, где ты? Рыба я? Ага. Давайте, бафайте. Чек на баф. Кристаллы. Что не хватает? Крест. Крест по ханту. Кулак, ПДК, блядь, заебал ренивал. Не бомби. Все, пей столик. Сейчас зеленого не замедляй. Только первого. Ну да, я это не уйду. Первого зеленого не замедляй, все остальное замедляй. Не прожимайтесь вот сейчас, прожимитесь на переходке. Стопайте по профу. Все, выходит зеленый, стоп, по профу, бьем зеленого слизня. Встали в кружочек, вот вот так, за спину слизня, чтобы вас откинуло ровно назад. Кружочек. Сбежались в череп. Все, милики, не бежать на зеленый, та РДД добьют. Все, профу переводим. Так, зеленый к столу. На ком зеленый добав? Кружочек встали? Вот сюда. Кружочек. Так, на мне как раз зеленый слизень. В спину сбегайтесь с зеленым. Все, отбежали. Кружочек все. Не сбегаться, цель с красного смена цели, боб кинул. Сбежались в череп. Лилия, давай гейм на отхил, добейте уже зеленого, осталось только. Так, пельмени отбежали. БР есть? Есть. Так, Альдеран, подними суслятинку тогда. Так, бафы суслятинки. Уходит красный слизень, РДД, переключаемся в красного все. Следим за пельменями, пельмени в центр. Милики, начинаем бить красного.
Сейчас будут колбы миленькие, отошли от босса. Пельмени в центр, отбежали. Кто голы ловит пельмень? Отошли от колбы. Мелики, становимся в кружок. Сейчас смотрите, РДД зона, пельмени в вас полетят. Влево-вправо отбегайте. Так, мелики встали в кружок. Кружок встали за спину зеленому слизню. Бейте зеленого слизня. Кружочек мелики. О, ДПС хватает, я смотрю. 5 пельменей, смотрите внимательно. Колбы, мелики отошли. Так. Давайте больше ДПС в профа. Так, все, стопаем по профу. Все красного слизня. 30 энергии, если что. Ну, две лужи есть, вот сейчас появится энергия. Попробую сейчас соточку сделать. Так, профа играемся. 2% надо перевести. Отбежали от пельменей. Колбы не идти, в колбы не идти, милики. Ну а кто голый? Ты что, не видишь там колбы? Сейчас взорвется. Ну это без комментариев, короче. Все, пошла фаза. На ком зеленый дебаф, в кружок встали. Замедли красного и зеленого. Давайте рост. Ты красного не замедлил. Вот теперь замедлил. Так, милики. В кружочек встали. В кружочек все, кто сбегается в цель зеленого. Отбежали от зеленого в кружок. Видите, где кружок? Отбежали. Ну вот это без комментариев сейчас было. Бежали с цели зеленого. Какой-то ШП подбежал тупо впритык. Зеленому слизню. Опять повезло. Отойдите от колбы. Я думаю, ушки на диван. У меня нету рыгов. А, и ладно, я, короче, просто стаунчу. Перетаунти. Поздно забрал. Сейчас я просто потаунчу. Пишу так. Ничего страшного, я сейчас стаунчу. Да, офигенно стаунчу. Нормально. Если бы на мне кинулся стак, он бы меня убил, это было бы плохо. Можно мне на трэш отойти? Мне на 5 минут надо. Иди.